Здравствуйте, садоводы и огородники. Хочу поделиться радостью, порадоваться за орловских садоводников, которые выращивают арбузы. 7 числа, по-моему, было там видео небольшое. Человек вырастил арбузы и дыни. Ну так вот, как он говорит, с полкило, наверное, есть. Вот. Что я хочу сказать, кстати, на фоне наших персиков. Вот там яблоки. У меня жигулевское яблоко 530 грамм было в прошлом году. Сейчас, наверное, еще больше будет, ветки ломаются. Так вот, я хочу, чтобы орловские садоводы порадовались и за наш Малорославецкий район, за наши урожаи. Посмотрите, какие у нас арбузы. Вот. Конечно, это не 500 грамм, как у орловчан, но порадоваться за это тоже можно. Кстати, решил вот взвесить. Пожалуйста. Да, без 15 грамм 12 килограмм. В прошлом году было 12. Но надо учесть, что это лето было, не ахти какое, слабое. 7 мая было минус 7, поэтому все поздно. Но арбузы вызрели, арбузы сладкие, арбузы мы едим. Технология давно известная, вернее, я давно об этом говорил. И Калужские губернские ведомости писали, и Обнинская газета. Была статья, как в Малорославецком районе человек вырастил арбузы в открытом грунте. Технология проверенная, подтверждается раз за разом. Это не единственный случай. Предлагаю, если кто-то не сможет найти, ну, в комментариях пишите, я еще раз расскажу про это дело. Спасибо.